Если годы, проведенные за рулем, нас чему-то и научили, то тому, что время и технологии всегда шагают вперед. Наша машина — это продукт своего времени. Времени, когда экономика Японии была на мощном подъеме, промышленность бурно цвела и в целом наблюдался лавинообразный рост. С тех пор машины заметно повзрослели, они стали утонченнее, экономичнее, они точно перестали гудеть. Теперь они просто выполняют свою функцию. Но в спасении машины родом из ушедшей эпохи есть некая честь, когда ты восстанавливаешь ее, чтобы наслаждаться потом этой капсулой времени. Но главная ценность машин в принципе — это те приключения, которые они с собой приносят, и те истории, которые они вам могут поведать. Наше небольшое ископаемое устроило двум друзьям незабываемое приключение в Японии, и сейчас мы повезем этот супертурбо в то место, откуда он родом. Мы возвращаемся в Токио. Tokyo. Турбинные храмы 2. Перевод BMI Russian.